Перед нами кальмары. Я его уложила вот таким вот образом в форму. Я поливаю его щедро оливковым маслом. Мы с тобой будем готовить его в духовке. Немножко орегано, немножко сухого чили. На любителя можно обойтись без чили. Но непременно сок лимона. Даже я еще возьму цедру, потому что очень уж мне нравится эта цедра абхазских лимонов, таких ярких, нежных, ароматных. Отправляем в духовку. Температура в духовке 190 градусов. 5 минут, потом переворачиваем еще на 2 минутки, и все. В данном случае у меня здесь, видишь, такие и руккола здесь есть, и малгольд, и такие чудесные хрустящие листики салата. Оливковое масло. Я добавлю сюда свежий тимьян, и он будет таким ярким добавлением, свежей цитрусовой ноткой. Ну и, конечно, все равно я добавлю обязательно сюда сок лимона, розовый перец. Ну вот, салат готов. И теперь подушку из салата и сверху кальмары. Ну вот, мне кажется, сегодня у нас с тобой все очень нарядно получилось.